17 марта. На солнышке, в общем, около 10 градусов. Открыл пчел. Не знаю, сколько по времени. Открыты они у меня, наверное, часа 4. Сейчас просто заглянул. Летают. Маленько вот прилетают откуда-то еще, вылетают. Из улья выходят. Может быть, сколько-то и облетится все-таки. Сейчас заглядывал мою прикормку, подкормку ли. Толком они вообще не едят. Есть улочка одна, вообще с пчелы мертвой, либо замерзшей. Не знаю, но лезть я к ним не стал. Пусть доживут те, кто выживет. Вот пятнышки. Следы жизнедеятельности их. Чистят кишечник, очищают. Вот так вот. Пчелы. Сейчас будет через несколько дней потеплее. Посмотрю их, гнездо сокращу, рамки лишние уберу, дно почищу. То, что там, наверное, пчелы засыпано. В нижний литок практически никто не вылетает, не залетают. Все с верхнего. Шумные до чего? Должна, наверное, меня скоро какая-нибудь. Досижу я здесь. Торнуть. Это мимо уха. Часто уж стало шуметь. Вот так вот он. Ну, здесь вот пятнышки. Далеко, видимо, не улетают. Вот. Удобряют. Вокруг улья. Ой-ой-ой-ой-ой. Прямо чуть не в глаз. Ну, будем надеяться, что дожили до весны. Ох, противная, до чего какая-то надоедливая. Время 14:15. Так, ну ладно, пчелами закончили. А заснять так-то я хотел новый свой аппарат, с которым буду
сейчас как снег сойдет, охотится на всех подряд, на копытных, на птицу. Вот она, моя двустволочка новая, с коллиматорным прицелом. Прямо вообще классная штука, короче. Осталось только стволы заворонить, ну и под орех обработать, или под дуб, не знаю. Вот так вот, вот компактная, в одну руку вот влазит, вообще удобно. Двустволка, это вот коллиматор, сейчас я куда-нибудь нацелюсь, Вот такой вот, в общем, коллиматор у меня. Так вот зверя можно будет выцеливать и стрелять. Ага, фокусируется. Вот так вот. Тут можно поправки вводить по горизонтали, вот это и по вертикали. У меня путем пристрелено сейчас. В общем, зафиксировано, пристрелена пушка моя. Так, ладно, ведем съемку дальше. Вот это защита у меня. Так вот чик открылась, чик закрылась, все, ствол не переломится на коне, чтобы ездить, все замечательно, все отлично. Ах, что-то пока я тут рассказываю, у пчел активность прямо неимоверно, так удобная, короче, ловкая, стрелять должно быть вообще удобно. Комбинированная, можно так сказать. Один ствол 16 калибра, не знаю, видно, нет. Второй ствол 12. И можно разными патронами, по разному зверю. С маленького калибра поменьше. Еще хотел, короче, впаять сюда нарезной ствол под карабин. Но думаю, это потом лучше отдельно карабин сделаю с оптическим прицелом. Пока вот с таким буду гладкостволом гонять. Вот так вот, вот похвастаться, в общем, хотел новым оружием своим. Может быть, лентой камуфляжной, камуфлированной его обмотаю. Может, покрашу, не знаю. Время еще неделька-две есть. И потом погоним, наверное, на охоту. Первых, я думаю, селезней буду с него стрелять. Ну, а потом дальше, будете смотреть. Мне нравится, в общем. Все работает безотказно. Пробовал я его уже. Отличное ружье. В общем, так вот, всем пока. Потом фотографии по возможности буду с ним вкладывать, наверное, в ролики добычи. Ну ладно, пчела у меня вот домашняя. Сейчас, наверное, либо торнет, либо не торнет. Прямо не знаю. Либо просто насерит на руку. Ну, в общем, пчелы активизировались, пока я у них тут хожу. Надо делать ноги. Вот такая она красавица. Мне кажется, она обосрать меня хочет. Ну ладно. Всем пока.